Всем привет! Возвращаемся в мир Gremlins Incorporated. Гальнериус устроил турнир, и поэтому вот приходится опять играть. Ну как приходится? По-моему, хорошая игра, мне всегда весело в ней проводить время. В общем, вот такая турнирная партия, в которой я играю за бюрократа. Приятного вам просмотра. Так, значит, я бюрократ, сноб, коллекционер, Сириус Кумивейжор, Квантум Инженер. Ну что, поехали? Всем приятной игры. Все, да. Всем удачи. Да, всем удачи. Так, вначале, так, можно сбросить карты. Давайте подумаем. Я вот нахожусь в суде. Дивиденды, генератор отмазок. Далековато и стоит дорого. Ну, сброшу. Так, агитацию, пожалуй, и бомбу бегунок сброшу. Вот так. Так. О, инженер сразу начинает с одной шестеренкой, да? Да, именно. Так, блин, у меня сразу... Сразу мой ход. И все только по три можно походить. Ну, охренеть. Подкуп может попробовать, дивиденды. Вот давайте тогда артефакт использую. Пойду так вот по кругу пройду. Нет, не буду я покупать. Опасность проходит мимо. Короче, сначала хочу зайти в подкуп и получить голоса. Эти подсказки появились на картах. Волосатая лапа. То он получил денежку, вместо того, чтобы самому платить. Так, значит, я хочу все еще вернуться. Раз, два, три. Опять на неприятность. Ну, в принципе, почему нет? Почему нет? Эликсир я еще оставлю. И дивиденды оставлю. Давайте агитацию использовать. Я могу, если что, эликсир удачи сбросить, если у меня неприятность будет, поэтому я спокойно прохожу все эти штуки. Так, следующим ходом я использую однорукий бандит, встану сюда и использую подкуп. Получу 8 голосов. Он себе повысил, видите, тоже хорошая штука, кстати. Повысил... Короче, тут такая механика, когда ты становишься на вот эти карты. О. Ну, что за фигня? Сперли у меня такую хорошую карту. В лампе тоже неплохая штука, так что я, видимо, все-таки зайду посадить? Себя посади. Такой возможности нет. У кого больше денег? У кого шестеренок больше? У кого голосов больше? Такой большой выбор. Сириус, паханом становись. Угу. О, потасовка выпала. Что за потасовка? А, плюс. Плюс 2 к зловредности. Вот зловредность влияет, сколько вы платите штрафа вот на этих клетках минуса. А в банке, вот вы можете увидеть, сколько вы получаете денег на клетках с плюсом.
Так, ну я хочу сюда попасть. Не знаю, мятежные речи использовать. Раз, два, три, четыре, пять. Происходит неприятный склад. Ну, давайте, знаете, что используем. Я и так больше всех голосов, в принципе. Так, заложник. Либо 100 золота, либо 4 зловредности. Ага, доход меньше. Вот это классная штука. Видите, он теперь меньше получает. Квантум, не плачь. Я ж не вина, что ты самый зловредный. Видите, он все увеличил обратно. Я ему снизил доходность, а он все увеличил. Так, конфискация. Сижу в тюряге, зарабатываю деньги тут. Это на свалке порой. Ну, активных карт как раз одна это. Я не буду сейчас идти в суд. Это способность бюрократа такая, так что дух в лампе лучше. Так. И возьму, наверное, деньги. Как ни странно. Эти дивиденды как-то не очень. Получить двойной, то есть плюс 60 монет, хотя... Когда там выбор через 16 ходов? 3, 4, блин, вот тут я двойную заплачу. А у меня только 4, у меня 3, еще 2 есть. На это неприятность. А, слушайте, это хорошая штука рейдерская. Так, меня, кстати, за нее посадить могут. Дивиденды. Я, наверное, не пойду сюда. Не буду увеличить, я пойду прямо вот сюда. Так что использую дивиденды. Пронесло. Выпало по единицам, меня бы арестовали в тюрьму. Так, давайте думать. Вот эту карту можно использовать. 4, 5. Ага, поменяться местами. Правда, мне за нее еще 50 золотых дадут. Три, четыре. Выиграю. Ну вот, наверное, выигрыш, потому что до казино далеко. Плюс 150 монет далековато. Зато я неприятность. Хотя не факт, что лучше неприятность или жена. Неприятность вряд ли меня посадят, например, да? Все оппоненты по голосу теряют. Ладно. Пронесло. Так, у меня, если что, есть побег. Еще, но, правда, меня... Опять же, за него посадить могут. Ого, 4 голоса. Выбранный игрок 250 заплатит мне. Кого взять такого богатенького Буратино? Ну, наверное, Квантума. Спецспособность инженера. Он при каждом посещении завода получает 50 золотых. Еще одну шестеренку. Так, ладно. Иду. Бля, часы Армагеддона.
Серый миллион, конечно, прикольно, но очень дорого. В принципе, могу телепорт использовать. Давайте-ка мы раз, два, три, четыре, пять. Используем телепорт. И телепортируемся. Нет, только не меня. Что-то я пропустил, что алиби делает. Просто нам всем... Убирает две злости у того, кто сыграл, и добавляет по злости вместе. Голоса. О, красавчик вообще, а. Да, спасибо, спасибо. На предмирную кампанию надо как-то попасть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Чтобы получить голоса. Меня будет осматривать, я могу сейчас попасть, да. Сейчас я попаду угадал. В тебя. А чё выбирал? Завод. Так я ж уже был в заводе. Вот еще что есть. Ага, вот и астральный лифт. Вот сейчас я его использую на 6 ходов, потому что я уже 800 денег не получу, и предвыборную кампанию устрою. Эти карты с такими вот черными, там красными, они типа опасные считаются. Ну, с фоном, не с белым фоном, а с любым другим фоном. Блин. Где вот клад, например, видите, с таким серым фоном. Значит, мне что когда. Кажется, у меня еще никогда столько денег не было сразу. Ну, ты ж у нас археолог. Накопал. Сириус, ну чё ты вообще не везука? Да у меня карты все тройки, блин. Все тройки. Ну они самые популярные. Хочет в тюрьму. Да, он будет паханом и там будет шестеренки отжимать. Так, куда мне дальше идти? Я опять хочу, чтобы небольшую халтурку пройти. С другой стороны, я могу гаджет получить за 80. Раз, два, три, четыре. Ну давайте попробуем. Кого вытащу. Так, Сириус сказал, у него одни тройки. Тогда давайте у Сноб все равно тройка. Нет, не буду рисковать. Ограбление. Так себе карта, где я тем более далеко от банка. Когда останавливаешься вот на этой клетке с плюсом, да, то тебе двойной доход дается. Обычный доход вот тут написано. Видите, у меня 30-40 у Снопа, 30-30. Блин, Сириус, тебя выпустили? Да, и у меня все карты тройка, прикинь. Нет, так он это самые популярные карты в игре. То есть там тройка и четверка еще следующая.
У меня тоже практически все карты тройки. Надеюсь, пожалеете вы меня. А почему мы тебя... Ты там кому-то будешь давать, смотреть? Ну да, когда он, да, там сам встает на нее, то там он дает кому-то, чтобы он выбрал. Да. Да. Ох, спасибочки. Я вот это использую ограбление. Да, давайте пороемся. Плюс 10. Вот теперь у меня проблема, что у меня мало денег. Это реально проблема. У этих куча денег, они и накапливают их. Ой, фига себе, еще и джекпот. Очень дебильная карта, замедлитель. О, полезный аппарат. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Денег у меня него нету, конечно. А это что? До четырех увеличить. Ну, в принципе, можно. Ну, ё-моё, чё я-то? Так, а чё произошло, я не заметил. Сириус кого-то большой посадил? Доход. Да. 70 это жирновато. Да ладно тебе, чё ты? А кто меня посадил? Сейчас я... Кто? Не говорите ему. А, я уже посмотрел. Зуб наточил, все, держись. Следующим ходом попробуем халтурку сыграть. Так, что у нас тут еще есть? Донос. Ну, донос так себе. Вот давайте, наверное, доносом и сыграем. Агитация тоже не особо мне нужна. Полезнейший аппарат поберегем не для того, чтобы получить 8 шестеренок, а, ну, 6 ходов неплохая штука. У нас тут нету зловредных особо людей, так что, ну вот 4, да, 8 что он заплатит, ну, так себе. Будем продавать, давайте продадим. Так, теперь досмотр. Вот досмотр. Обыск. Так, какие у меня там способности, я уже забыл. В суде можно конфисковать голоса бесплатно. За каждую сыгранную в суде или на клетку вы получаете голос. Она в два раза слабее на взятку влияет. Плохо быть зловредным. Злодей, да? Я не по своей вине. Неудача была такая. Так. Вовремя. О, чистка. Нормально, да? Да, неплохо.
Но... И сбросил у него, но мне кажется, это так себе. Не скажу, что прям офигенно я у него карты сбросил. Замедлитель, к сожалению, не могу сыграть, денег нету нифига. Я 20 золотых если для перемещения использую. Так. Агитация. Ну, в принципе, можно. Голоса не помешают. Досмотр. Вот обыск мне не очень нравится. Давайте. И... агитацию. Стоит ли потрудиться, чтобы деньги получить, я вот думаю. Пожалуй, нет. Выберите любую из 10 последних сброшенных карт. Сейчас посмотрим, что он будет использовать. Досмотр. Ну, если он меня будет досматривать, то я не против. А, Сириус, он думает, у него карты вот с сокровищницей. Ребят, конечно, крутая. Денег у них круто, это очень, очень важно в этой игре. Не знаю, стоит мне идти в эту интересную находку или уже... Ладно, не пойду. Сделаю лучше досмотр. Угадал. Ну, я у него смотрел, точнее, я помню, что у него есть какой-то. Сейчас его посадят, по идее. А что, сейчас уже не сажают в тюрьму, если вот находят эти карты? Они красные, если красные. Только красные, да? Это есть криминальная, есть тайная. Криминальная с красной подсветкой. Ну, я чё помягче брал. Спасибо. Так, выгодная сделка. В принципе, плюс 10. Почему нет? 3-4. Любую неприятность. Ну это хорошая карта, я бы оставил. Вот я личный двигатель бы использовал. 4. А, блин, 20 денег. А тут зловредность. Все не так. Ладно. Давайте показуху. 1. Зашибись. Ну, хоть неприятность прошла мимо. Теперь могу вот подачку использовать. Неплохо. Банкомат приговорил. Не знаю, по мне очень такой. Да, кстати, у него еще карты хаоса, надо не забывать о них. Спорные довольно-таки. Все-таки еще рановато. Рановато еще избавляться от таких полезных. Да, я тоже думаю, что все-таки плюс 70 было, это не слабо.
мне кажется. Плюс там же еще при заходе в банк бонус, что тоже довольно неплохо. Так, ну... Строим выгодную сделку. Если видите, на 10. Продать шестеренку за 200. Вот это да. Что не сыграет? Другие теперь не сыграют эту карту хаоса. Это классная штука, если я вообще дойду сюда. Вот если бы он следственный эксперимент со мной. Ставите руку оппонента. Блин. Черт ну побери. Главное, что там ускоритель был. Да, ускоритель хорошая штука. Так. Блин, у меня вот медленные карты, две медленных карт. И после этого вообще ход пропускаешь. Обличение я бы оставил для голосов. Ну вот надо вечный двигатель и... Ну, прям все собрались. А прикиньте, если бы я к вам пришел, я бы с каждого взял дань. Но, к сожалению... Хорошо, что ты не пришел. Да, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О. Так, пойдем. Да, за получил взятку, нафиг мне еще в тюрьму сажаться за один ход до выборов. Ожидаемо было. Да, против бюрократа в этом плане. Так. Это я все хочу. Ну, меньшее зло придется потратить. Суд или в офис телепортироваться. Оп, а что я должен выбрать? Что из самого зловредного? У нас на данный игроков голосом. С наибольшей теряет и пока там свои карты. Да, так что либо на себя. Жизнь, боль. Слушай, ну у тебя прям очень неплохо. Вот полился. Мощный набор. Это я хорошо заглянул. По-моему, да. До конца игры надо сажать за это. Накопил-то. Ну так, почему бы нет? Блин, ну теперь у меня всякая хрень пришла, но... Еще бесплатно бюрократ в суде конфискует голоса. А теперь, кстати, я могу... преисподнюю зайти и потратить 10 голосов на союзников хаоса. Ну и с этим можно не торопиться, правда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. О, вот сюда я сейчас зайду. Вечный двигатель классная штука, но фальшивые монеты лучше. Я пока накапливаю потихоньку, уже денежка появляется. Так, подстава. Ну, я, наверное, подставу использую, чтобы в банк заглянуть. Утилизатор неплохая штука, но я хочу механического рабочего. Чтобы сейчас завод 50 получать, а утилизатор
каждый, кто заходит на свалку, будет 40. Слушайте, так утилизатор-то получше. Хоть и на одну монету меньше дает. Так, до 30. Еще, видите, я нигде штрафы не плачу, как губернатор. И меня жандармы посадить не могут. В чем прикол? Так что я сейчас пока в очень хороших условиях. Кстати, можно еще замедлитель. Да блин, и генератор отмазок. Неплохая штука. Да, но у меня нету 3 хода, к сожалению. Этого придется тайное. Ну, я не могу сюда вернуться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Да, буду тайное общество использовать. Пронесло. Так. Я, пожалуй... воспользуюсь замедлителем, хрен с ним, пропущу ход. Потому что надо эту карту выкинуть как-то. Хотя, с другой стороны, может мне... Так, я могу только в суд или в офис. Раз, два, три, четыре, пять. Блин, ну генератор отмазок тоже неплохая штука. Так, что там, опасный артефакт? Ты зачем такими опасными вещами занимаешься? Ну, хоть с последнего места ушел зато. Ненадолго только чей. Так. 5 денег у меня нету. Но я следующий ход пропущу, в принципе. Надо подумать. Так, сальто мортале. Следственный эксперимент. Ага, вот это интересно может быть. Я могу... О, Сноб, ты ко мне зайдешь в офис? Заплатишь мне дань? Не-не-не-не-не-не-не-не. Чего так? Не, у меня как-то нет желания, особенно после того, как мне скинули все хорошие карты. Я теперь просто... просто хожу по кругу, понимаешь? О, гремлин года. Поздравляю. Да, я такой. Мне нравится, что главное нам по 50 долларов, а тебе почетная грамота. Молодец. Так, кстати, я не посмотрел, что тут у других какие особенности. Эликсир удачи, при поиске сокровищ можно еще один раз бросить кубик, увеличить за 10 за каждую... это круто. На клетке опасность, цена нашей страховки в 2 раза ниже. Что там происходит? Блин. Что он там сыграл? Ух ты, машина. О, классная карта. За 400 долларов он 7 получил. Этих шестеренок.
Так, значит, что мы делаем? Используем эту карту, потом используем следственный эксперимент. И надеемся, сможем на конфискацию переместиться. Эх. Любишь, да, у меня посмотреть, да? Да, у меня никто не смотрит. Блин, у меня... У тебя хреновые карты, мне не подходят. Ну, сейчас все равно у меня все выкинется. Я могу либо на проклятый меч... А вот давайте на механический... Да. Неплохо. Вот, короче, мне постоянно не сейчас мне дань как он на меня смотрит... Все хорошее отбирается сразу. Нет, не буду пропускать. Слушай, ну я думал, честно говоря, я у тебя смотрел, думая, что у тебя как раз не будет этих секретных карт, потому что буквально столько что я у тебя выкинул все. Не знаю, как так получилось. Рандом, рандом. На базар или на завод? Ладно, видимо, зайду, поменяю голоса на шестеренки. Раз, два, три, четыре, пять. Мне вот сюда надо встать. Для этого механического рабочего используем. Так, а что я забыл? Генератор отмазок дает. А, ну это пока не особо работает. Так, какие там карты хаоса еще остались? За 2000, за 1010 голосов. Угу. Так. Жалко механического рабочего тратить, но что поделать. Ну, сноб ты мужик. Да мне что-то какие-то карты непонятные выпадают в тюрьме. Всякая фигня. Так. Все, у меня все карты заменились. Тоже интересно. Зато голосов больше нет. Но я сейчас пойду в суд и буду там голоса набивать. О, механический бюрократ будет у бюрократа. Сходит в не очереди. Ну, бомбу-бегунок придется использовать, видимо. А вот механический бюрократ мне нравится. Черт побери, тоже неплохая штука. Мобильное приложение 2GIS – один из лидеров среди бесплатных программ в категориях «Навигация и путешествия» в магазинах всех мобильных платформ. Так что я рад, что это видео выходит при поддержке 2GIS, ну а вам пора на сайт 2GIS.ru и скачивайте приложение под вашу платформу. 2GIS, если быть точным. Ну-ка, Сириус, выбери мне
что-нибудь веселое. Ну, на тебе веселое. Смотри, смотри. Лохотрон. МВ шестеренок, смотри, ну. А там не было, там все мелочи. Ну, ну, нормально, в принципе. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Далековато. Мне надо 400 как-то сохранить. О, что началось-то? Так, 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 куда это он пошел? Ты посмотри, а? Ну. Хочет выбиться в лидера. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, взяточки полетели. Спасибки. Так. Давай, 6-6-6-6-4. Ну, тоже неплохо. В принципе. Купим страховку. Даже страховку покупаешь. Чего-то несешь, да? Это так пытаешься отвлечь от себя внимание, да? Причем не все, я на последнем месте вообще. Ну, ты сейчас там получишь 10 этих шестеренок еще. Да 7 просто. Так, 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 деньги пошли. Так, ну, однорукий бандит я вряд ли использую, так что... Хорошо быть губернатором, а? Да. Дэй! Что творит, а что творит? О, я получил достижение «Тотальная коррупция». Это, видимо, когда ты бюрократ, и у тебя еще механический бюрократ. Так, неужели, ну, я следующим ходом выйду из тюрьмы? Наконец-то. Мне осталось, собственно, до победы две шестеренки. Но денег нет. Упс. А, ну тут как бы логично. И так их мало. Ну, зато со всех по 50 возьму. Когда ты подарил 50... Ну, мне надо откуда-то деньги брать на вот это вот все. Интересно. Ты посмотришь, всех теряет две. Ну прям целая бездонная пропасть. 28, а потом 16, 14, 13. Мне очень везет сегодня. Да, денег нет. Сейчас я сделаю интересную штуку. Чистосердечно признаюсь. О. Ну, то так. Нормальненькая. Ничего такого серьезного нет. Да. Не то, что у меня отобрал за два раза 8 классных карт. Так. Мне надо две шестеренки и все. Две шестеренки. Все карты на троечку. Карма.
Ну вот я наберу на этих картах еще. То есть 3, у меня будет 9. Да, что-то совсем не везет. Не понял, ты меня досматриваешь? Я ж недавно... Правильно, наконец-то, наконец-то. Сбросить эту карту или заплатить? Ну, в принципе, нифига она мне. Я сбросил. Он пойдет, скорее всего, это... в астрал. У меня денег нету. Рынок. У меня нету денег. А сколько никто он не стоит? Никто не встаем на минус, а то он сейчас опять денег наберет. Тогда точно пойдет. Не знаю, эликсир. Блин, даже не знаю, что, как сыграть. Ладно. Пойду. Сюда встану. Внезапно деньги. Вот появились. И есть почти денежки у него. О! Вот это удачно. А, блин. Слушайте, а кто у меня две шестеренки забрал? Я как-то это пропустил. Это был я. Услуги гильдии? А, понятно. Ну, все равно это хорошая штука. Плюс 8 голосов, почему нет? У меня тут... Деньги вот тут я не трачу. Так что пройду я сейчас в астрал. Вот это удачное знакомство использую. А теперь я могу уже и президентский номер использовать. Блин. А что произошло? Чистка? Да. Хорошо, зачистили. Все против может, меня. Может, сейчас мы... Там, наверное, что получше пришло, и все. Не факт. Ну, там уж совсем финальные карты были. Да, я мог выиграть. Ну, теперь мне уже нету смысла туда идти. Обмен. Да, слушайте, где ж мне теперь взять хоть какие-нибудь шестеренки? Я буду деньги зарабатывать, видимо. Вот рекламная кампания, могу голос получить. Чудеса бюрократии, так себе. Рано еще игре заканчивается. Подстава. Тоже так себе. Раз, два, три. Вот, наверное, я обмен, пойду в офис и проведу рекламную кампанию. Ну, хотя бы так. Стамы, а когда он еще успел потерять 3? Да я сжег. Ну вот только что мне, что... Да, слушай, а как действительно? Кукла Вуду? А, кукла Вуду. Да. Ну, теперь я не скоро выиграю. Я вообще уже выиграю. Хотя бы агрегат попробую. Четыре раунда до выбора. Сириус лидирует.
эстетичное. Слушай, это прям даже очень неплохо. Просто замечательно. Что-то как-то ты не то творишь. О, вот это нормально. Это получше. Так, я не могу сейчас лучше свидетельство сыграть, да? Кляузник. Блин, плохо. А сколько ты с меня получил? 100? Я не... Посмотри в логе. Да, 100. Блин, надо сюда вернуться. Причем на это у меня 3 хода. Неплохой налог. 4, 5, 6, 7, 8. Ну я-то с него 200 взял. Все равно. А что? Выбранный оппонент платит удвоенную. А, он чисто ради того, чтобы продать их. Ладно. Так, еще 4 у меня будет. Отлично. Раз, два, три, четыре. Следующим ходом, по идее, лжесвидетельство должен сыграть. Как видишь, ничего такого, в общем. 30. Нет. Плюс 20. Да, тяжело. Как они меня за меня взялись, когда мне 2 шестеренки всего оставалось. Всего 2 шестеренки. Волшебный сундучок отобрал. Ну ты. Хапуга. Волшебный сундучок. Пора бюрократам посидеть в тюрьме. Мне кажется, он да, там только в первый раз вообще садился. Да. Все уже сидели, только он... Ну, это сидел. Очень плохо, конечно. Я тебе не выбираю на выбор. Такие... Не хотят садиться. Ладно, мне только 10 голосов и союзники хаоса надо... использовать. Потерял голос, ну зашибись. Да. У меня снопу. Так, интересную находку ему нафиг надо. Агрегат тоже. Ну, давайте обыск и эликсир удачи. Что-то там все задумались. Да, не успею я, конечно. До выборов поднять. Ну, может, и к лучшему. Сбросить карту? Да нет, в принципе, все хорошие. А еще и не свободен. Все куплено. Вообще, губернатор в тюрьме сидеть не должен, по моему скромному мнению. Right.
Да, это я что-то не то хотел сделать. Сейчас Сириус станет губернатором. О! Месиво, Месилово. Ну ладно. Ну, что ж, поддался мне, да, наверное? Он еще и губернатор. И тут он вырывается вперед. Ходит, так, я могу выходить. Так, у меня наибольшая зловредность, так что не будем. Пропустите ход. Покажите всем игрокам свои карты. А где спасибо? Что там произошло? Я чуваку 50 золотых вручил. Так, уже свидетельствование уже не работает. Вечный двигатель. Накоплю ли я 1000 на вечный двигатель? И хотя бы агрегат. 2, 3. Прикольная штука. 2, 3, 4. Давайте-ка алиби. Ну, нравится, да, смотреть мои карты? 5. Потому что постоянно у тебя все почему-то классное в этой игре. Почему так? И постоянно я это не успею. Постоянно мне не хватает времени, вот чуть-чуть, чтобы дойти и разыграть. Так, ну вот это алиби, наверное, сыграем. Так, теперь... Ограбление. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Долговато. Ускоритель, ну, хрен у меня будет деньги. А вот, сестрикская, 1, 2, 3, 4. Вот ускоритель на 4, и тут следственный эксперимент. Квантума глянуть руку. Слушайте, а тут вот выберите руку оппонента и телепортируйтесь на клетку, где эта карта может быть разыграна. А я там смогу что-нибудь разыграть на этой клетке или да, все? Да, 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 конечно. Да. Отлично. Только у меня не надо смотреть. Блин. Да. Ну, блин.
Ну блин, что у тебя за хрень такая? Мне все эти карты не подходят. У меня тоже в том и проблема. Я рука не нашла. А я, главное, обязан выбрать, понимаешь? Жопа какая. А я могу не телепортироваться? Обязан телепортироваться, да? Хрень какая. К нам надо было на свалку, получил бы бабло. Да? Ну и что мне за этим баблом делать? Мы тут уже всей компании ждем. Самая тема — свалка. Не буду выступать. Вова, что это у меня минус 5 голосов? Что произошло? Карта такая злая. Ну ты даешь. Ну только у тебя было больше 5, поэтому... Уж извиняюсь. Так. Ухо. 3. Сделаем досмотр. Так, что там? Да, что-то я не понял, деньги куда-то ушли. Я у тебя взял десятирунную эту. Твою зловредность. Плохо быть вредным. Какой плохой, а? Но... Блин, у тебя же была какая-то астральная карта в прошлый раз. Да ё-моё. Ай. Так, раз, два, три, четыре. Если я до ограбления дойду, а потом пойду агрегат брать. Ага. Потом попробовать надо как-то лучше свидетельствование развернуть. Ну, блин, еще единица выпала. Ну, капец. Да не, норм, по-моему. Дошел я, шел, хотел хорошую карту разыграть и не дошел опять. Сначала деньги забрал. После этого в тюрьму посадил. Нет, уже поздновато в поздней игре это делать. Ой, задание Вианты. Астральный извоз. Так, 400 золотых, мне надо добраться до... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И я выиграю игру. Тебя обратно отправить? Раз, два, три, четыре, зачем? Пять. Я только вышел. Два, три, четыре. Что я тебе сделал, что ты меня в тюрягу садаешь, а? Блин, мне 2 хода до победы. Серьёзно, опять что-то в преисподней там химичит. А, ты просто все карты поменял? Блин, я не понял. Шестеренки отобрал у меня плохой. Награда нашла героя. А деньги у кого забрал? А, 3 наказа. У меня деньги забрал. Так, ну все, какой мне теперь уже человек, не хватает. К сожалению. Всем. Ты губернатор же. Ну да. Блин, 300 золотых. У меня даже 400.
А нету ни хрена. Везука. Ну, агрегат возьму, ну что, хоть три. Хоть так. И, в общем, надо 400 золота как-то сохранить пока. Упс. Ну вот. Хотел тебя посадить. Не дошел, как говорится. Потому что нельзя всем покость мочить. Я смотрю, у вас там уже вечеринка, да, будете под доходы сидеть. Ага. Заработать деньги? Да нет, не хочу. Еще рэкет могу. Эти одну шестеренку. Блин, но это не то же самое, что вот это. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Блин, и опять все тройки, а? Что за фигня? Посмотрим, так. Что выберешь. Либо аномалия, либо перевыборы. Ну, перевыборы станет сноб тогда. Смысл? Давай аномалия. Давайте, давайте. Чё ты? Да ладно, давайте, чтобы все были там, губернатором хотя бы по чуть-чуть. Блин, я остался на месте. Так хотел куда-нибудь свалить. Так. Не переехал. Момент, да, когда не рад, что у тебя 6 выпало, да? Неприятность проходит мимо. Да что ж так? Полный облом. Замечательно. Меня сейчас посадят. Не успел я рэкет использовать. Ну чё там у него? За решетку пора. Хорошо, я себя буду вести. Ничего, так карты у него отобрал. Рэкет такая неплохая. Ну вот, неплохая штука, конечно. Но где деньги взять? А почему у него там эта надпись стала красная? Кого? Квантум, у тебя... Ты походу, да, вылетел или чего? Да, странно, да, видимо. Я сейчас, может, вернет. С интернетом все нормально. Ну ты видишь, как мы ходим или нет? Нет, вот все, сейчас отвисло все. Что, куда? Куда я? У меня было время, у меня робот походил куда-то вообще. А вдруг он сейчас выиграет за тебя? Вдруг раз, сейчас хоп, плюс 10 шестеренок. У меня нету 2, да? Вот какую-то херню решил сделать. Жалко, я бы сюда пошел, поменялся бы местами. Нет. Совершенно нечего в преисподней делать.
Да, я тоже думал, туда пошел. Специальный досмотр. Досмотрел тебя. Почему бы не сбросить все карты? Меня устраивает. Да, ну конечно. Во! А, удачи, блин, только две. Видите, можно шаманский посох. Неплохой плюс. А потом удачное знакомство. 60-70, у меня просто 40, да? Накопили. Полезно. Так, 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 смотрите, опять он пошел туда. Какой человек, а? Опять он что-то хитрит. Опять понес туда шестеренки. И так мало. Так. Удачное знакомство, донос и шаманский посох надо оставить. Чисто сердечное, ну, признание. Тут как бы да, как бы, ну да, так что-то есть. Но... денег нет, поэтому еще ничего разыграть такого. Вот это вообще победа. Слушай, так может мне просто идти уже прямо? У меня нету карты на 6. Раз, два, три, четыре. Четыре. Вот дилемма. Кого ж посадить-то? Ну, чувак, в астрал идет. У кого 26? Выбрать 26 у кого? Чувак, в астрал идет. 26. 26, там денег мало. А вот 23... Вы ж видели мои карты недавно, все уже посмотрели. Ну, 23 садишь, сажай тогда. Я чё 23 сразу? Я так, всё шумок. Ну, ё-моё, ну, блин. Подозрительно. Ну, сейчас посмотрим, как он возьмёт шестерёнок. Я тебе говорю, надо... Чувак в астрал идёт. Он к просветлению стремится. Это для гремлинов фигня. Если у него, конечно, там... задание Драгерона, то, конечно, не очень хорошо. Бац-то. Ну, молодец. А мы тебя предупреждали. Ну тут раз на раз не приходится. Что же ты наделала? Ну. А вдруг бы сейчас игра вообще закончилась? Я не помню, там на 7, по-моему, нет, на 6 есть за 400 монет. Вот было бы 29. Ну, а там шаг до свалки за 30 играешь единичку и конец игры. Ну тут это можно Лёшу сказать, знаешь, он там прошел что-нибудь тоже там. Там надо через неприятность проходить, и возможно там будет инфляция, которая все эти деньги просто уберет. Ну вот смотри, ты там тому чуваку дал 6 шестеренок, и этому еще 8 шестеренок. Все, поздравляем. Если бы сейчас не было
побега. Ну да. То решение это было правильным. А, так это еще не законченная игра, еще типа ход. Ну там ход заканчивается. Он походит и да, и конец. Ну сейчас есть. Так а если сейчас кто-то наберет больше 30? Нет, мне не повезло. А типа. А, ну типа сейчас этот ход, да, заканчивается, типа, да. Сюда, да? Да. Ну кто последним там должен ходить? Чтобы все поровну ходу сделали. Что, Лёш, у тебя там есть карты, чтобы сейчас хоп и сразу делаться 32? Так ход же закончится, я уже не буду ходить. Разве нет? Вот, по-моему, Сириус последний ходит и все. А если он последний? Потому что я первый начинал игру. Ну все, да, значит тогда... И Сириус последний будет. И карту мне все равно сделать 32 по-любому нет. Сириус, что ты там? Вот сейчас это, выдумывать что-то такое сейчас сделать, такое хитрое, знаешь? А, ну можно как-то сказать, отобрать у тебя шестеренки как-то? Нет? Жаль. Ну вообще мог бы. Потому что всех поздравляю. Так, да, вообще, я вам всем палец вверх поставил. Да, я тоже всем. Ну, вообще, классно в этот раз сыграли вообще. Ну, блин, если бы вы меня тогда не отобрали у меня шестеренки, я бы победил, потому что у меня было, типа, на 6 штук походить. Я следующим ходом ходил бы в Астрал, и там 2 шестеренки за удачное знакомство получал, и все. А вы у меня как позабирали, сволочи. Ну да, пришлось. Да, еще 6 бонусных получит. Что 6 бонусных? Ну, там на 54 хода прошло. А, ну да. Кстати, да. А кто-нибудь успели. Сделал скрин? Да, я сделал. Там же ну, история, равно... статистика матча все равно есть. Профили. Если... Ну все, спасибо за игру. Тогда отпишемся в теме. Да, спасибо. Спасибо вообще. Там очень классно сыграли. Все, всем спасибо. Да, прикольно было. Давайте, пока. Пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.